Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается. Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. Девальвация, безработица, пауперизм смотрят из-под лобья, с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире Чистогана. Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла. Но зато какая мощь, какая духовная мощь! Эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут, им все Божья роса.